Что такое оргональник? Если бы его можно было заменить на подходящее русское слово, то мы бы, несомненно, это и сделали. Но, к сожалению, ни слова построения организации, профорг, орговик, организатор никоим образом не передают полный смысл этого слова, а даже вводят в заблуждение. В ответ на что возник органайзинг? Он возник на определенные изменения, которые произошли в капиталистической деятельности. Возрастание роли СМИ, сетевой маркетинг, вынос основных производственных мощностей за рубеж, снижение роли от традиционных отраслей промышленности. Все это повлияло на то, как рабочие должны будут бороться с работодателем. Что такое органайзинг на самом деле? Органайзинг – это специфический подход к построению организации, который специально направлен на увеличение количества ее членов, а также людей, которые активно и сознательно участвуют в ее деятельности и при этом могут на нее влиять. Классический органайзинг в нынешнем своем виде возник на резкое падение численности профсоюзов в Америке в 80-е годы. С 1954 года по 1989 год она упала почти в 3 раза, с 35% по 13,9%. Профсоюзы задумались, а почему же это произошло? Во многом это связывается с тем, что профсоюзы оказались неспособными ответить на вызовы нового времени. Работники отказались от профсоюзов как средства борьбы с работодателем. В чем же главной причиной того, что профсоюзы оказались неспособными отвечать на новые вызовы? Во-первых, их ожелтение, то есть превращение профсоюзов в контору, где лидер посредством переговоров с работодателем решает все проблемы работников. В этом случае профсоюз становится слабым звеном, и, по сути, работодатель легко справляется с такой организацией. Во-вторых, это распри и внутренние проблемы в профсоюзах. Конечно, профсоюз – это люди. И избавиться от того, что у них возникают противоречия, терки, что у людей разные думы, разные мысли, разные идеи по поводу того, куда вести профсоюз, нельзя. Но снижать и нейтрализовать это мы должны. Третья причина – это упор лишь на забастовки или на раздачу подарков. По сути, превращение профсоюза, который зовет людей сразу же на забастовку, или в организацию, которая раздает подарки в виде материального или морального вознаграждения. Все это ведет лишь к одному, что со временем профсоюз разучивается реально работать и реально противостоять работодателю в главных проблемах, а работники начинают понимать, а зачем им нужен такой профсоюз. С того времени органайзинг претерпел множество изменений, и в каждой из стран он подстраивался под местные условия. Сейчас мы приведем краткую суть органайзинга, которая становится общим для разных отраслей. Итак, чем органайзинг кардинально отличается от других подходов к построению профсоюзов? Первое. Тем, что в органайзинге упор идет именно на увеличение количества членов, а не на решение проблем работников. Решение проблем работников, конечно, является средством к этому. Но упор идет именно на увеличение количества членов. И, здесь важно, на тех, кто сознательно и активно участвует в ее деятельности. Второе. Органайзинг по сути своей всегда остается внешним по отношению к той организации, которую он оживляет или строит. Органайзеры – это люди, которые проводят органайзинг. Они не должны подчиняться руководству той организации, непосредственно с которой они работают. Иначе это будет создавать препятствия для их нормальной деятельности. Следующее. Органайзер – это не организатор. Он не должен заниматься вопросами текущего управления. Бюрократия, проведение кампаний, какая-то отчетность по текущей деятельности – все это не функция органайзера. Все, что он должен делать, он должен увеличивать количество членов, активизировать работников и помогать, конечно, им советам и направлять их в текущей деятельности, но не управлять самим процессом борьбы. Вот это отличительные функции органайзера от других способов построения профсоюза. Какие бывают отдельные виды органайзеров? Это важно. Во-первых, это полевой органайзер, то есть это человек, который непосредственно на проходной добывает контакты, который распространяет видение профсоюза среди других работников, а также способствует тому, чтобы находить неформальных лидеров. По сути, это человек, который работает с людьми и пытается максимально их вовлечь в текущую деятельность. Второе. Это органайзер-тренер. То есть это человек, занятый обучением работников, доведение их сознания до того, чтобы они могли активно бороться и правильно бороться с работодателем и распространять правильное видение борьбы среди других работников. Третье – это органайзер-анализатор. Его цель – это добыча информации, которая поможет другим работникам эффективно бороться с работодателем, а также не допускать ошибок. Все эти три роли органайзера одинаково полезны и важны, и их нужно учитывать при планировании деятельности. И помните, органайзинг – это не серебряная пуля, он не является ответом на все вопросы. У него есть свои плюсы и минусы, и в различных ситуациях мы его можем использовать, а можем не использовать. Что нужно определять из конкретной ситуации? Кроме того, что здесь важно, органайзинг не работает, когда вы применяете только один из подходов, но не применяете другой. Вы можете быть хорошим полевым органайзером, но при этом плохо проводить анализ или не обучать работников. Это не приведет к положительному результату. Вся методика ориентирована на то, чтобы работать в комплексе. Поэтому изучайте опыт, критически относитесь к нему и приходите на наши семинары, где вы можете обсуждать и дискутировать с нами. Помните, профсоюзы – это несложно, но и не так просто. Ему нужно обучаться, как и всему остальному. Ждем вас на наших следующих семинарах, а также смотрите наши видео. Sipping wine, they talk about strikes and union dues, but they have no answers for the real issues, like a livable wage and enough sick days, a pension plan for the retirement age. We are the UNION, and we're taking a stand, and we're organizing, we're taking control of our destiny, like a fearless lion. You can't mess with me, cause we have the right to organize, so don't get deceived by the fear and lies.